Привет всем, дорогие друзья! Уже расцветает, а значит время за работу. Некоторые мои подписчики писали мне, что видео у тебя интересные, но длинные. И не всегда хватает время, чтобы досмотреть мое видео до конца и увидеть видеоурок. Но именно для этого я решил сделать небольшие, коротенькие видеоуроки. И сегодня мы начнем со строительства дома. Итак, что же нам понадобится для дома? Для дома нам понадобится много-много дерева. Поэтому начнем пилять. Итак, мы напиляли много дерева. Теперь из дерева нам нужно получить досточки. Мы получаем много досточек. Теперь из досточек мы должны скрафтить плиты. Нам понадобится 6 плит. Мы скрафтили 6 плит. Из 6 плит мы крафтим 3 рамки, а из 3 рамок мы получаем фундамент. Один фундамент. Мы получили фундамент, и давайте его поставим. Итак, мы установили фундамент. Что нам понадобится теперь? Теперь нам понадобится много-много палочек. Палочки мы можем получить из досок с помощью обычной пилы. Мы крафтим. Их придется скрафтить тоже достаточное количество. Теперь из них мы должны скрафтить балки, то есть wooden support. Мы крафтим. Причем их можно чем больше, тем лучше. Они никогда не помешают. И из балок мы теперь крафтим... Нет, не кресты. Из балок мы теперь крафтим столбы. У нас получилось 6 столбов. Нам нужна еще парочка. Поэтому давайте еще сделаем доски. Теперь у нас есть 8 столбов. Почему 8? Сейчас объясню. 4 нам нужно поставить по углам. Что мы, собственно, и делаем. Установили. Установили. А теперь, для того, чтобы сделать стены, нам понадобятся, опять же, рамки, которые мы сейчас сделаем, и понадобятся столбы. То есть сейчас мы скрафтим плиты. Из плит я сейчас скрафтил рамки. А теперь из рамок и столбов у нас получаются стенки. У нас получилось 2 стены. Что ж, давайте одну установим. Это будет глухая стена. Но вы сейчас спросите, а как же сделать стену с дверным или с оконным проемом? Для этого нам понадобится одна стена и одна wooden support. И у нас получается деревянная стена с дверным проемом. Мы крафтим. И как видите, для того, чтобы получить деревянную стену с оконным проемом, нам понадобится еще раз крафтить один раз деревянную стену с дверным проемом с балочкой. И получим оконный проем. Что ж, будем крафтить? Я думаю, будем. Теперь мы возьмем и установим все это. Итак, мы установили все стены, и, как вы видите, у нас получился такой домик квадратненький без крыши. Теперь нам нужно поставить крышу. Что нам для этого понадобится? Естественно, доски, поэтому идем пилять еще. Итак, у нас уже есть платформочки, и у нас есть балочки. Из балочек мы делаем кресты. Нам нужны кресты. И теперь, если скрафтить кресты вместе с самыми обычными плашками, мы получаем одну платформу. Как она выглядит, я сейчас покажу. Выглядит она приблизительно следующим образом. Мы достаем. И для того, чтобы ее поставить, нужно обязательно навести на пол того места, куда вы хотите ее установить.
И таким образом мы ставим. Все, у нас практически завершенный домик. Теперь нам осталось поставить только двери и оконные ставни. Их можно сделать либо же обычными деревянными, либо же металлическими. Но об этом уже в следующей серии. Если вам понравилось видео, то ставьте свои лайки и комментируйте. Ну а следующее видео будет совсем скоро. Пока-пока.